Артиста, так, а сколько тут осколков было? Какие должно быть два? Два, значит, где-то есть еще один осколок. Лиза, это не он. Артиста. Итак, а теперь следующие осколки находятся у снеговика! Бежим к снеговику! Как я могу перепутать? Вся информация была из надежных. Ну как надежных? 50% надежности стоит. Как всегда. Сколько здесь, это сколько? Я берем елку, и тебя будешь поработать, да? Давайте быстро сделаем хоровод. Все выстраиваемся в круг за 5 секунд. Кто последний, тот зачистка. 5, 4, 3, 2, 1. Так, это какой-то квадратный треугольник. Это какой-то квадратный треугольник. Шире круг сделаем. Итак, кто вы? Разбойники! АОИ! Найдемся тайники! А теперь, если меня внимательно, я отгадываю мои задачи. Только тогда я вам скажу, где находятся следующие части от мостов. Зимой, летом, одним цветом. Елочка. Елочка. Нет. Дерево. Нет. Дерево. Зимой, летом, одним цветом. Да какой не? Вы что? Да вы, наверное, шутите. Зимой, летом, одним цветом. Зимой, летом, одним цветом. Ёлка. Да какая ёлка? Это колбаса. А что, смешно? Вы что, колбасу не любите? Ладно, следующая загадка. Мне ее рассказывала Баба Яга, поэтому я ее расскажу прям как она. Разняла тихого пинота. Ой, подождите, это не то. Я случайно заклинание начал читать. Все, я вспомнил. На руку подпочку прыгают листачки. Выпуклые глазки и кривые лапки. Только где же ушки? Кто это? Какой? Лягушки! Правильно, лягушки! Аплодисменты нашей маленькой разбойнице. Ты родился в день рождения Бабы-Яги в октябре. Ух ты, 25-го. Ничего себе, круто. Так, еще одна загадка, готовы? Дружбу водит лишь с лисой. Этот зверь сердит и злой. Он зубами щелк-гащелк, да очень страшно. На какой волк? Нет, нет, нет. Так, все, я теперь могу рассказать загадку? До конца дослушайте, и вы поймете. Дружбу водит лишь с лисой. Этот зверь сердит и злой. Он зубами щелк-гащелк, очень страшный. Серый? Волк. На какой волк? Бегемот! Вы что, не знаете, кто такой бегемот? Так, ладно. Ну, еще понятно, вы еще маленькие разбойники, но очень смышленные. Мне нравится, как вы мыслите. И самое последнее. Конечно, друзья. А ты видел, как он арбузы ест? Вот там, целиком. А теперь моя любимая загадка. В предновогодний ясный день срубили ель, остался... Мигель! Ты что отзываешься? Сам такой? Кто-нибудь мне ответ скажет? Какое дерево? Срубили ель, остался? Ну вот, правильно. А то сначала обозвал меня пнем. Ладно, а теперь готовы к подсказке? Следующие осколки находятся у черепов дракона! Побежали туда! Бегу! Не хочет, не хочет.
Как успехи, ребята? Я вас предупреждаю, у нас на все про все есть всего лишь 2 минуты. 2 минуты, ребята! Смотрите внимательно на рога дракона! Молодец! Отлично! Ура! Итак, ребята, все собирайтесь! Скорее, скорее! Это круг вокруг чемодана, скорее! Иди после этого чемодана. Забрать наше зеркало поединок. Волшебное заклинание. Вы верите в волшебство? Конечно! Честно, честно? Да! Тогда сейчас закройте все глаза и представьте свою любимую еду. И я скажу, что это. Готовы? Это колбаса. Что, я угадал? Да. Конечно, я же волшебник на самом деле. Что у тебя? Ананас. Ананас. Я как-то проснулся, у меня жена. Ананас. Уродливый такой. Эх, я любил ее. Итак, а теперь все беремся за руки. Все беремся за руки. И по очереди, после меня повторяем фразы. Они волшебные, будьте аккуратны. И ни в коем случае не отпускайте руки. А вот давай. Итак. Шапки-лапки. Шапки-лапки. Так, это что за мексиканские тускачки, которые пришли ограбить сырный магазин? Вы должны сделать грозное лицо и очень громко произносить. Шапки-лапки. Шапки-лапки. Вот енота. Рог барана! Птичья попа! А теперь все постучали! Все назад! Сейчас отсюда рванет огромная волшебная, приволшебная магия! Подождите, кажется, мы забыли сделать общую фотографию. Ого. Так, все остановимся на общую фотографию. Срочно, так, ну-ка, быстро срочно. Все сюда. Все остановимся вперед. Вспоминаем наш боевой клич. Кто мы? Раз, двой, ки, а-о-и. Найдем сетайники. Идем поближе, идем сюда. Все вперед, вперед. Подними. Подними на меня. Так, ребята, вы сюда вот подходите, вот. А теперь громко-громко кричим «Сы!» Еще раз, раз. Теперь кричим «Колбаса!» Раз, два, три! Колбаса! А что? Вы готовы посмотреть, что в сундуке? Да! Нет! Он, кстати, стал тяжелее. Наверное, попали. Открывайте. Я боюсь туда смотреть! Ура! Давай сюда, скорее! Подождите. Кажется, оно какое-то грязное. Оно испорченное! Да, оно не испорченное, в нем же отражается только снежная королева. Ты снежная королева? А может быть, да, откуда ты знаешь? Может, я... Кстати, как мы узнаем? Может, я гадкая шаромыга? А ты отражаешься? Значит, ты не снежная королева, может, ты снежная королева? Ты снежная королева? Давайте не успеем квест «Найди снежную королеву». У нас другая задача. Точно, нам нужно скорее подходить. Точно! Ребята, тогда напоследок давайте все вместе крикнем наш боевой клич. И я хочу вам напомнить, что ровно через час мы с вами будем помогать Герде на главной сцене. Сцене! Сюда! Готовы? Раз, два, три,
А-О-И! Найдем все тайники! Ура! Давай пять! Так, мы с вами еще увидимся! Давай! Мы хоть и разбойники, но благородные разбойники. Ну что, ребята, мы срочно побежали помогать Герде. Не забудьте к нам присоединиться. Так, зеркало сюда. Зеркало, зеркало.